Всем привет и добро пожаловать в мой сегодняшний выпуск, где я, как вы понимаете, познакомлю вас с просто невероятным проектом, о котором наверняка многие из вас уже что-то слышали. Вот и я посчитала, что он достоин вашего внимания. Поэтому, дамы и господа, рада вам презентовать просто уникальную экосистему UniWorld, которая сочетает в себе как технологическую инфраструктуру, так и искусственный интеллект, а также найм и лизинг технологических продуктов для обслуживания умного общества 5.0. Одним словом, UniWorld привносит сложные технологии в мир, чтобы качественным образом улучшить жизни миллионов людей, так как все технологические продукты экосистемы UniWorld исследуются, разрабатываются и производятся многонациональной организацией UniLab с 2013 года, в состав которой входят такие страны, как Япония, Канада, Сингапур, Венгрия, Польша и даже Вьетнам. В настоящее же время UniWorld юридически зарегистрирована в Сингапуре и имеет все сопутствующие лицензии на регистрацию своего бизнеса. При этом сама экосистема Uni имеет два производных слоя, где первым является основной слой, включающий в себя UniChain платформу, которая владеет блокчейн-технологией четвертого поколения, а также обладает способностью к расширению PS максимум вплоть до 1 миллиона. Плюс в основу первого слоя входит еще и UniBot, платформа с глубоким уровнем искусственного интеллекта, использующая систему глубокого обучения. Вторым же уровнем является прикладной уровень, который включает в себя многие другие продукты, и, как правило, Unim считается сыном UniChain и UniBot, то есть он служит так называемым мостом между людьми и ботами, приводя людей в разумное общество. Тем более, что в ближайшем будущем они призовут капитал сообщества для развития как своей экосистемы, так и его монеты. Однако, в отличие от большинства других проектов, Uni не продает бумагу, выставляя все свои преимущества на показ, а наоборот, больше фокусируется на продуктах, создавая тем самым собственный блокчейн со своей собственной монетой, не используя тем самым токены ERC-20 стандарта от блокчейн Ethereum. Но чтобы разобраться во всех этих деталях более подробно, давайте рассмотрим каждый из продуктов. И начнем мы с UniChain, то есть блокчейн-платформы нового поколения 4.0, которая обладает просто выдающимися функциями, а именно TPS до миллионов, кросс-цепочка, мультицепь и много чего другого. То есть, чтобы по максимуму испытать скорость, создайте свой кошелек Uni, чтобы сразу же получить на него 5 монет UNW. Я же уже создала кошелек и для наглядности продемонстрирую вам, насколько быстрыми могут быть транзакции в UniChain. Для этого переходим в этот раздел, вставляем адрес кошелька, куда хотим отправить, и выбираем сумму монет. Нажимаем «Отправить». Проверить же нашу транзакцию мы можем через проводника транзакций, чтобы удостовериться, что наша транзакция успешно завершена. Переходим в наш кошелек, куда мы отправили, и, как видите, средства уже на балансе. Вот так легко и просто вы можете взаимодействовать с UniChain и всеми ее производными. Однако, чтобы до конца разобраться с этой платформой, давайте взглянем еще на один очень интересный слайд, где представлена сравнительная характеристика всех самых популярных токенов и монеты UniChain. Я думаю, для многих сразу стало понятно, насколько данная монета лучше относительно всех существующих токенов, так как она обладает абсолютно всеми параметрами, которыми должна соответствовать современная монета. За что я, собственно говоря, и ценю данный проект. Но насколько вы помните, на этом череда имеющихся инструментов в экосистеме UniWorld не окончены, так как впереди нас ждет знакомство с еще одним продуктом данной экосистемы, а именно с UniBot. Скажу сразу, что данный UniBot обладает искусственным интеллектом, который является для всех просто идеальным виртуальным помощником, помогающим в режиме 24 часа на 7 автоматизировать все ваши бизнес-процессы, повышая тем самым как качество обслуживания клиентов, так и уровень эффективности всей организации в целом. Ведь благодаря автоматизации обслуживания клиентов, ведения маркетинговых дел и выставления счетов, он оптимизирует не только затраты бизнеса, но и ведет к увеличению продаж, повышая тем самым уровень удовлетворенности потребителей, что, согласитесь, очень здорово. Но и это еще не предел, так как каждый UniBot имеет свой собственный так называемый мозг, которым вы как владелец бизнеса можете управлять, настраивая в базе знаний каждую информацию, в ходе которой ваш бот сможет не только понимать, что от него хотят покупатели, но и отвечать на их запросы запрограммированными фразами, выражая при этом даже эмоции, а также искать и импортировать знания
из Freebase, Wikidata и Wiktionary, отвечая на тот или иной вопрос в рамках беседы. Тем более, что общаться этот бот может абсолютно везде, хоть даже в чате по электронной почте, в Twitter, Facebook, IRS, SMS и даже в Telegram. Так что имейте это в виду. А тем временем мы продолжаем свое знакомство с продуктами UniWorld. И на очереди у нас приложение UNIM, которое было создано командой разработчиков как раз для обмена сообщениями для сообщества 5.0, соблюдая при этом все самые главные принципы современного общества, а именно конфиденциальность, свободу общения и центр платежей в одном месте. При этом все это удовольствие доступно бесплатно, без какой-либо рекламы и любых других шуток и следопытов, что для многих из нас станет настоящим открытием. Тем более, что приложение легко можно загрузить как в Google Play, так и в App Store. Для наглядности давайте попробуем установить приложение на мой смартфон и убедимся в легкости использования данного приложения. Как видите, дизайн приложения выполнен весьма симпатично. При этом все доступные функции находятся под рукой и в визуальном доступе. Так что уверена, вы останетесь довольны от использования UNIM в своей повседневной жизни. Тем более, что UNIM объединяет сразу аж целых три высокотехнологичных платформы, помогая тем самым воплотить в жизнь новые идеи и технологии, равным счетом как и для мира криптовалют. Ведь, как я уже говорил, UNIM является мостом, привлекающим новых участников на рынок. Таким образом, глядя на весь этот потенциал и на то, как строится экосистема UniWorld, я думаю, вы со мной согласитесь, что она весьма отличается от старых экосистем, таких как бирж, кошельки, OTC, DApp, чистый блокчейн и так далее. Поэтому я как никогда ценю потенциал проекта в практическом аспекте. Надеюсь, и вы тоже. А для того, чтобы эта ценность была для вас еще больше, я настоятельно рекомендую вам перейти в описание под этим видео и ознакомиться как с командой разработчиков, так и со всеми их официальными каналами связи, так как уверена, вы узнаете еще много чего интересного как о самой экосистеме UniWorld, так и о всех ее продуктах. А на этом мой ролик плавно подошел к концу. Надеюсь, вы досмотрели его до конца. Если да, дайте об этом знать в комментариях. Ведь с вами, напомню, была я, ваша крипто-леди. Всем удачи и пока!